Дождь пошел. Да, пускай быстрее. Только не быстрее, блядь. Потихонечку. Не ссы. Не хотел, блядь. Блядь, сейчас начнешь. Давай, пускай. Здорово, народ. Продолжаем мы постройку нашего аппарата. В этой серии мы доделали ковш, у нас полностью сделан, и мучение у нас с гидравликой. Если кому интересно, в чем проблема, смотрим дальше. Надо бить, вот сюда надо бить. Так, траву лишнюю убираем. Он сейчас гнутый все, да? Вот сюда. Да, вот бей. Во. Прям резко-резко я потому что тут раз долбил очень сильно. Прям один хороший удар. Да, только не по пальцам. Все. Ну-ка давай. Вот так сделаем. Так. Он не прокрутился? Нет. Начни. Эти теперь смотрят, скажешь, ну дьяволы. Это мужики, а знаете, что спалил? Денчик написал. Типа, помогу на электроды. Отошли номер карты. Не, она мало ли кто-нибудь захочет помочь. А один наш сараевский местный взял, спалил нас. Написал, что... Что он, Дэн, написал? При встрече. А, при встрече, говорит, отдай ему деньги на электроды.
75 пополам. Я откуда знаю 75 пополам? Ну, 35 и еще по 2,5, да. 37,5. А зачем тебе 75 пополам? Это все фигня. У нас стрела чуть в бок. Че 75? Вот где надо 75, где дек. Тут где середина-то? Колесо ровно? Ах, кто знает. 90. Вот 45. Вот видишь, где 45? Понял. Двигает фигню. Под 45. Никуда ты двигаешь, не меня надо. Еще надо. Да не. Еще сантиметр прям. Все, хорош. Вот так. Давай петлю. Это у нас разница, сколько стрела получается? 5. Не, побольше, 7, да? Так, и надо сделать, чтобы съемно. Это вот так. Вот, тут длинный, вот так. На полочку, ты хочешь?
хорош. Значит, сюда такой не пойдет. Сюда надо сетку потоньше поставить. А вот через какую бурили, если... Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе, видно. Не, вообще они одинаковые какие-то, смотри. Может, это шланг? Резиновый, что ли? Ну, сейчас посмотрим, погоди. Магнитик наш. Утиль. Ну. Ребят, все, гидравлику починил. То есть добился я такого результата, что в ней сейчас есть сила, ее не было. Поэтому я вчера пробовал, и у меня не хватает, то есть ков я нагребаю, и не хватает поднять. И, кстати, заметно, что она стала намного быстрее. Так, если кому интересно про гидравлику, что было, какая проблема, ссылку оставлю в описании, все на втором канале. А так, в дальнейшем, теперь я сейчас доделываю раму, то есть всю ее укрепляю. И будем, кстати, подсказали мне, можно развернуть елку другой стороной, и будет он грызть, то есть сильнее. Уже в следующей серии будем полностью его испытывать. Так что, друзья, на сегодня у нас все. С вами был Костян. Всем пока.